Все, рады слышать возвращение Окса. Слышал, что фрагмент из этого трека, где-то читал, был исполнен им в том самом тизере фильма про Чайковского. Не знаю, правда или нет, я тот текст даже и не помню. Но, тем не менее, Окса, рад послушать. Надеюсь, Рудбой тоже не подкачал. Поехали. Когда фонари зажгутся, ночка месяцем куцам, в окно поскребется так много на свете гораций, что приснилось безумцам, но снова не спится мне. Выбора нет, синица в небе, мысли слетаются над головой мои черными птицами. Never... Птицами. Так, по инструментальчику уже прикольно, по подачке боя пока странно. В небе, мысли слетаются над головой мои черными птицами. Nevermore, не больше никого. Полуночное рандеву, разговоры как наяву. С тенью своей тени терзали, тени сомнений, внутренней тени. Голос тяжелый, как камень, звучал, как будто извне прервавший молчание. Объективно, трек называется «Сказка о потерянном времени», пока и звучит, как будто нам сказочку рассказывают. Что-то вот с этих алды помнят еще аудиокассеты со сказками для детей, чтобы дети засыпали. Те, кто не такие алды, помнят CD-диски. Хуже отчаяния, лишь привычка к отчаянию. Просто подача такая. Отчаянников, ты рыцарь, чье образ печальнее. Всех шекспировских пьес, всех антитез воплощение крайнее. Каждый твой текст, когда надоест, никогда отвечаю, он продолжает. Смени на других, каждый из них лучше тебя. Сколько минут ты спустил ни на что, сколько часов ты потерял. Сколько будешь зависеть от мнений других и ждать одобрения. Вся твоя жизнь — это сказка о потерянном времени. Так, ну понятно, все это к общей мысли про сказочку подводится. Так, пока все логично и, более того, аутентично. Аутентично. Правда, вот я как включил те самые записи. Зависть, яд и зоры, с первым лучом улетает ворон. До встречи скорой, солнце в окнах развеет морок. Гутен Морген, знать бы только, о чем эти птицы поют. Даже северный ветер стремится на юг. Сажусь и пишу, однажды в далеком краю. Однажды в далеком краю, в незапамятном веке... Так, ворвался Окс. Ворвался Окс. Окс, мы тебя ждали. Надеюсь, твой камбэк в рэп-игру только начинается с этого трека. А это не просто, что выпустил и на 3 года снова пропал. Погнали. Давай, Окс. Однажды в далеком краю, в незапамятном веке, под канувшим солнцем, великодушный социум принял в стена своих 3 заплутавших питомцев. Однажды было там 2 взрослых... Это вагабунт! Великодушный социум принял в стена своих 3 заплутавших питомцев. Одно чадо было там 2 взрослых, познавших рано материнство с отцовством. Отец семейства трудился, сын рос, но прижиться не смог, словно был второсортным среди новой среды истории. Я стара, как мир, вскоре сорван с... Жаль, все-таки не вагабунт, конечно, а семья, но прижиться не смог, словно был второсортным среди новой среды истории. Я стара, как мир, вскоре сорван с цепи. Он умудрился всю горечь обидки за собой пронести в свою взрослую жизнь. Монстры во снах, робость внутри, неосознанный страх, чувство вины за неспособность. Способность принять тебя со стороны, ведь так просто страдать, но так сложно любить. Посреди ровных растений, они укрыты, искореженные стебель. Гложут сомнения способности быть из сценической амплуа. Не в растении коваться и деньги, субстанции. Любовь нации, но из-под панцирей тени. Пацан с низкой самооценкой, звездой ставать отчаяние под глянцу базили. Ты сколько бы ни платили, ни рукоплескали. Грубо льстили, распутно ласкали, как бы не был пик сатурналей. Богат на признание в любви от созданий под зани. Это капкан. Бать, он там рифмы наплел, конечно. Просто мясо. Мясо. На пару минут. Сосай, куда сай, сердечко. Должен выглядеть выход за Б. Смотреть 47. Ссылка принято, принято. Сосай, куда сай, благодарю за донат. Все, после Окса обязательно заценим, почему нет. Вот, пока по Оксу. Плетет рифму, конечно, изумительно, блядь. Как говорил, помните этот Крипл, да? Плету рифму как паутину, паук. Вот, паук. Здесь Окс плетет. Глянцу базили, ты сколько бы ни платили, ни рукоплескали. Грубо льстили, распутно ласкали, как бы не был пик сатурнали. Богат на признание в любви от созданий под зани. Это капкан с позолотой. Казановый устав по зиму, да остался собой. Зря постанова от себя не спрятаться за подставного. Сама саботаж. Самородок выдохся, пошли самоповторы. Ну да. Самосуд, самострел, сам... Самокритично, да, действительно, пошли самоповторы. Короче, ну, понятно, Окс нам рассказывает, в принципе, жизнь свою. Интересно, до какого момента он сейчас ее тут расскажет. До свадьбы или нет. Но, тем не менее. Короче, звучит это все очень эффектно. Если не сказать, что круто. Саботаж, сам
самородок выдохся, пошли самоповторы. Самосуд, самострел, самый сок, самозванца, синдром, куда канула самоирония. На С, все на С. Самосуд, самострел, самый сок, самозванца, синдром, куда канула самоирония. Снах Иеронимус, Франциско де Гоя. Все от боли под маской, самодовольство с гримасой, самоконтроля. Пришло время Войду вычерпать то, что на небо. Прикольная по сама схема. Вышивать, лечить, врачевать, пора самобичевальником заканчивать. Это уже не смешно. Mm-hmm. Сколько еще лет он будет так делать, ведь что? Жертва еще дело в испорченном прошлом. Но точно ли мозг не поделал весь сток уже пору отцом? Ему самому становиться. Хочется так. Песочницы, угол открыть, их напуганно забиться. От угон ватилизма, от Питера Бена и до маленького принца. И неизвестно, печально закончилось все или нет, но совет на прощание. Раз у истории нет окончания, естественно, все совпадения случайны. Ах ты говнюк, блядь. Понятно, блядь, это инфа как лавина, в ней вранья половина, но ты хуй когда узнаешь, какая именно. Терзание Окса, понятно, приняты, все ясно, Окс, держись. Действительно, из трека непонятно, собираешься ли ты из этого ступора как-то выходить треками, клипами, там, песнями и всем это, может, батл, блядь, может, Версус воскресишь, Окс. Мы бы с радостью, если бы ты воскресил Версус, потому что кто, если не ты? Вот. Больше ни на кого не пойдут. Вот. Что касательно формы, в принципе, вопросов нет. Что касательно содержания, в принципе, да, я все обозначил. Что касательно звучания, атмосферы. Хитрый ход, наверное... Рассказать это в духе, это сказочка, да, просто вот она про меня, я как персонаж сказки здесь выступаю. То есть как бы про меня, а как бы и я ничего не обещаю. То есть к подсказанным здесь не подписываюсь. Плюс на это намекает, опять же, концовка. Вот. Что хотелось бы? Что хотелось бы? Окс, в принципе, то же самое по содержанию. Так же изящно там наплести рифмовку, как ты умеешь. Ты, блин, наверное, один из лучших, кто это умеет. Что-то более классическое. Вот. Без концепций про сказки. С припевами, хуками, со всем этим. Был бы рад, наверное, послушать. Вот. Так, надеюсь, Окс, ты все-таки этот трек сделал, чтобы дать надежду на твой камбэк твоим слушателям. Вот. И посмотреть фидбэк, почитать там комментарии, посмотреть стримы, реакции как раз. Все вот это. И надеюсь, они будут склоняться в пользу того, что ты все-таки захочешь вернуться. Вот. Так что, Окс, желаю тебе удачи. С другой стороны, я понимаю, блин, людей, которые вот именно остепененный образ жизни, там, музыканты начали вести, как в данном случае Окс, да. Мне кажется, ну, типа, рассказать уже нечего. Есть такое. Вот. Себя там глупо, наверное, в пример приводить, но даже типа мне это не чуждо. Просто мы с Оксом, ну, слишком уж разные, конечно, величины. Вот. Кто такой Окс и кто такой чувак, который батлил с Кридом, блядь. И то на онлайне, блядь. Ну, типа, да. Порой себя ловишь на мысли, что тебе вообще ничего не хочется рассказывать и нечего рассказать. Вот. Также здесь что остается? Либо о своем же самокопании, то есть искать ответы в себе через тексты, либо, ну, либо уходить, да, в политоту, в какое-то брызжание, вот это все. Но я рад, честно говоря, что Окс не пишет сейчас там про политоту какую-то. Вот так. На митингах каких-то и к зданиям суда свою гражданскую позицию выразил. И этого, по-моему, более чем достаточно. Все, ждем камбэка. Очень рад буду тебя снова видеть. Че чатик думает? Че-то такое. Нахрен этот пацанчик был нужен. Это, я думаю, его трек. Это трек Рудбоя. Вот. Хоббита будет рассказывать. Короче, да, более классическое какое-то хип-хоп звучание. Мне кажется, просто Окс из тех, кто может... Блять, если Окс зачитает под биток там в стиле Onyx, они снова станут популярны треки в таком звучании, блять. Ну кто, если не Окс, должен вот это вот пытаться влияние свое привнести. Вот. Ну так, все.